Джейкобсу потребуется больше, чем победа единогласным решением судей над Луисом Ариасом, чтобы заслужить реванш с Головкиным, но победа над Джермалом Чарло, пожалуй, смогла бы этому помочь. Тем не менее, я думаю, что план команды Джейкобса нацелится на победителя поединка Лемье Сондерс, и если он выиграет пояс WBO, добиваться юнификации с победившим в противостоянии Трипл G и Канело, написал Фишер. По словам Сондерса, наивысший приоритет для него имеет объединительный поединок с Головкиным. «В целом же моей основной целью остается встреча с Головкиным, я очень уважаю его, он классный боец, но я верю, что у меня есть кое-что, что поможет мне в бою с ним», — сказал Билли Джо. Журналист BoxingNews24.com Шон Джонс прокомментировал потенциальный реванш Головкина и Альвареса. «Для команды Канело будет очень тяжелым решением, принимать реванш с Головкиным или нет. Со стороны Альвареса есть опасения, после плохого судейства в первом поединке Трипл G вряд ли захочет, чтобы судьи снова своим решением повлияли на исход боя. Он попытается уничтожить Канело, чтобы не дать отобрать у себя очередную победу, но бокс – это не НФЛ или НБА, где лучшие играют с лучшими, ты просто можешь подождать, пока твой соперник постареет», – пишет Джонс. Глава промоутерской компании Golden Boy, Оскар Де Ла Хойя, заявил, что готовится к возвращению на ринг. По его словам, он готов к такому шагу ради поединка с чемпионом UFC Конором Макгрегором. Британский боксер Билли Джо Сондерс неожиданно похвалил Головкина в интервью FightHub.com. «Головкин хороший парень, он делает отличные вещи для всего бокса, он настоящий великий боксер», — сказал Сондерс. Сайт BoxingNewsAndviews.com прокомментировал потенциальный реванш Головкина и Альвареса. «Первый бой закончился спорной ничьей, поэтому мы с нетерпением ждем реванша. Головкин и Канело, возможно, единственные боксеры, которые могут провести 10 боев, и ни один из них не будет скучным благодаря их стилям. Их реванш будет просто огромным боем», — пишет сайт. Журналист BoxingNews24.com Алан Фокс полагает, что реванш с Джейкобсом стал бы вторым по финансовой выгоде для Головкина после повторной встречи с Альваресом. «Головкин – наиболее вероятный вариант для скорого поединка с Джейкобсом. Помимо Канело, прямо сейчас Джейкобс мог бы принести Головкину самый крупный пейдей. Трипл G хочет сразиться за пояс WBO с Билли Джо Сондерсом, но этот бой не будет для него прибыльным», — говорится в материале.